что курсы черной мезы по 10 будет. О полуфиналах для персонала будет сообщено отдельно по защищенному каналу. Помните, что от вашей физической подготовки зависит не только ваша жизнь. Всему персоналу черной мезы. Одним из требований для продолжения работы в исследовательском центре черная меза являются постоянные замеры уровня радиации и биологической опасности. Пропуск запланированного анализа мочи или проверки на радиацию ведет к немедленному увольнению. Если вам кажется, что при исполнении своих обязанностей вы облучились радиацией или попали под воздействие иных опасных материалов, немедленно сообщите об этом своему офицеру по радиационной безопасности. Соблюдайте технику безопасности. Работайте с умом. От этого зависит ваше будущее. Thank you.